6 июня в нашей стране отмечается Пушкинский день. В честь этого события у нас в Десногорске прошли традиционные литературные чтения. Возле памятного знака «Хлеб нашей памяти», который организует детская городская библиотека. Сегодня в России Пушкинский день. 214 лет тому назад родился великий поэт. И тот, с чьими произведениями каждый из нас знакомится в самом раннем детстве. Произведения Пушкина объединяет людей разных вероисповеданий, национальностей, разных возрастов. В этот раз стихи для горожан читали воспитанники детского сада «Мишутка». Малыши прочитали отрывки из любимых сказок и поэм Александра Сергеевича Пушкина. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазки жучку посадил. Себя в коня преобразил, шалун уж заморозил пальчик. Ему и больно, и смешно, а мать ему грозит в окно. Также ребята напомнили нашим горожанам яркие красочные стихи поэта о природе. Буря мгой небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обетшалый рук соломы зашумит, то как путник запоздалый нам в окошко застучит. Перед малышами и собравшимися возле памятника гостями выступила известный десногорский поэт Елена Дождь. Она прочитала одно из своих произведений. Все в том же было бы порядке. Интригой, сплетнями, влеком он также бросил бы перчатку и не допил до дна клико. Кузнец судьбы, характер пылкий, сковал поэта. Вот беда, но ритм пульсирующей жилки в стихах остался навсегда. Заложник совести и чести, воятель тонких эпиграмм. Жаль, утолили жажду мести в свинце отлитых 9 грамм. Он не забыт, и даже более, он современник всех эпох. Свободой духа, жаждой воли переступить эпох порог. Он не убит, в своей стихии, крылатой живостью ума, он будоражит ум России. Я это видела сама. Я и сегодня вижу это, читая Пушкина, поэта. А гости, которые пришли послушать выступление ребятишек, не смогли удержаться и прочитали стихотворение поэта о самом прекрасном чувстве на земле – любви. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как, дай вам Бог, любимый быть другим. В завершении мероприятия детская городская библиотека поблагодарила ребят, которые стали участниками чтений, и подарила им на память книги.